С 2000 года предприятие выпускает камеры для сушки макарон, изготовленных в вакуумной среде. Они идеально подходят для сушки макарон, произведенных прессами серии AMV фирмы BIT. Макароны, изготовленные по вакуумной технологии, обладают значительно более высокими потребительскими свойствами, нежели простые. Но при этом требуют и более пристального внимания на стадии сушки. Производственное предприятие BIT предлагает так называемый низкотемпературный способ лотковой сушки, основанный на мягком, длительном воздействии сушильного воздуха на изделие с целью сохранить целостность и привлекательный вид макарон. Разовая загрузка камеры до 350 кг. При приобретении вакуумного макаронного агрегата производительностью до 140 кг в час рекомендуется для его обслуживания приобрести не менее 3 сушильных камер. Камера имеет наружные и внутренние потолки, в пространстве между которыми размещены 2 вентиляторных блока с приводами и нагревателями. Каждый блок имеет 2 вентилятора и 6 стенов. Металлические клапаны обеспечивают правильное направление движения воздуха. Рабочая температура поддерживается автоматически, благодаря датчикам, расположенным на задней стенке камеры. На лицевую панель вынесен регулятор температуры и влажности с кнопками управления. Сушка макарон основана на поглощении влаги макаронных изделий движущимся воздухом. В процессе сушки нагретый воздух многократно прогоняется между лотками, установленными на тележке. Отработанный воздух частично удаляется из камеры и заменяется менее влажным через отверстие в потолке. Полный цикл сушки – 8 часов. Корпусные детали камеры выполнены из ламинированной древесно-стружечной плиты. Это не сказывается на долговечности оборудования или на качестве изделия, но позволяет производителю отпускать данные камеры по более низким ценам.